Hello everyone, меня зовут Диман, вы на канале Get TV. Довольно-таки давно не было видео по 3D-печати, потому что сопло моего 3D-принтера забилось насмерть. И сегодня ко мне наконец-то приехали сопла для 3D-принтера из Китая. Теперь мы сможем опять печатать разные интересные штуки, и начнем мы сегодня со спиннера. Спиннер — это такая игрушка, которая может заменить вам щелкающую ручку в напряженные моменты. К сожалению, процесс печати записался немножко коряво. После окончания печати получается три вот таких модели. Сам спиннер и заглушки для подшипника. Далее я вставил спиннер, подшипники, но это было очень сложно, потому что ABS-пластик после печати ужимается, и отверстие для подшипников становится меньше, чем нужно. Прежде чем сделать этот спиннер, я сломал штук 5 спиннеров. Там еще именно был косяк у модели, которую я распечатывал. У нее было слабое место, на котором она постоянно ломалась. Ах да, про сами подшипники, они берутся от скейтборда. Далее, чтобы ваш спиннер был спиннером, а не казался им, нужно смазать обязательно ВД-шкой. Хотя бы центральный подшипник. Я уже смазываю его второй раз, но после первого раза разница будет очевидна. Он крутился больше 20 секунд. Получился реально годный спиннер, который я в последнее время не упускаю из рук вовсе. Вот такое вот получилось маленькое недовидео, которым я вам хотел сказать, что вот у меня работает принтер, типа скоро будут разные новые клевые штучки, так что не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, следить за обновлениями, а с вами был я, Диман, всем пока!